кадр какой, а? Это перед рекой. Место такое, памятник с ракетами. Вот в этом доме я живу. И вот там вот, прям вот, где деревья, река. 4.06.03.06.2019 год. Ой. Так, ну что, братья, рыбаки? Сейчас, извините, камеру ловлю. О, везет мне как утопленнику. О! В общем, вчера был первый выход мой на рыбалку. Тишина. Тишина. Вот в начале видео показал, да, вот сейчас... Извините, ради бога, забыл, как река называется. По поводу Малоги, сказали, тишина полная. Даже не суйся. Ну, как всегда, то есть, ну, что сделаешь, обстоятельства. Отпуск у меня так выпал. Весна. Севернее мы от меня находимся. То есть от моего места жительства, от Подмосковья, да? Прилично все-таки. Где-то километров 300-400. Вот, мы отъехали. Здесь карась только собирается нереститься. За ним надо ехать хрен знает куда. Окунь не берет. Плотва готовится к нересту или уже нереститься. Окунь переболеет после нереста, потому что толком не берет. Я вчера сколько, 3 штучек всего лишь навсего вымучил. Ха. Щучка разбойничает. Вот, и... Вчера оторвался по уклейке. Какая уклейка? Хорошая, жирненькая. Вот. Мормышка 0,3 грамма. Ну, а с насадками уже экспериментировал. То есть от мотыля Беркли, кончая там хвостиками других приманок всевозможных. В приоритете был белый цвет. Ну, вот. Ну, то есть, кто, по-моему, Серега мне написал. Серега, привет тебе. У меня тропарус переделал в Ломотаге. На выездных рыбалках меня везет капитально. Кому ехал, Андрей заболел. Вот. Заболел он. Вчера мы во второй, то есть я пришел домой, жахнул кофейку. Думаю, ну поедем погуляем по городу здесь, по Бежецку, посмотрим. Так полазили. Ну что может интересовать рыбака? Рыбацкий магазин. Сунулся в один. Закрыт. Выходной. Думаю, странно. Воскресенье, выходной. Сунулся во второй. Такая же фигня. Ходим, короче, все закрыто. Магазин не работает. Торгуют они только в субботу. В плане не то, что работает, а рынок у них такой большой, хороший. Ой, сейчас, секундочку. Фу, паутина. Вот. Только в субботу. Провинция, короче, ну, трындец, по городу. Машин мало, сразу хочу сказать. Вчера катались спокойно, чтобы пешком не ходить. Памятники интересные здесь все-таки. Памятник пионерскому костру. Вот, потом памятник скрипке. Ну, так. Вчера посмеялись немножко с супругой. Вот, ну, сделав выводы, что... Сегодня по рыбалке искусственный опарыш. И будем гонять уклейку. Вот. На Малоге. Вчера рыбачков встретил. С утра пораньше там. Вчера вправо уходил от моста. Сегодня иду влево. Вот. Короче. Говорят, на Малоге делать вообще нечего на реке. Вот. Так как, ну, с такими снастями, то есть я так понял. Тоже вчера подъехали, посмотрели, река красивая. На разливе она сейчас. Вот, но я вот сколько там по берегу так мы прогулялись, ни одного рыбака не встретил. Хотя места такие очень даже интересные. Ой, красота, слышите, да? Обалдеть можно.
Ну, в общем, что по снастям? Фарева, Мурмес сегодня взял. И Кощея простого. Будем учиться. Не учиться, а будем сегодня пытаться. Так, сейчас, секундочку. Опа! Будем пытаться ловить сегодня уклейку, коль больше не берет ничего. Ладненько, чё? Сейчас завязываюсь вперед. Ну, делаю, ну, так, то есть... Попал ногами в маргарин, как говорится. Река перспективная, река интересная, очень много интересных мест. Про микроджиг слышали, то, что вчера двое мужиков подходили, я пока уклейку-то дергал. Посмотрели, говорит, блин, интересные снасти. Но не слышали о таком здесь вообще. Ну, провинция. Так что вот так вот, короче. Рыбалка такая, блин. Никакая. Ну, уклейка тоже рыба, бойкая, упирается хорошо. Все, будем сейчас пробовать. Ладно, все. Включусь. Ой, красота какая, да? А? Обалдеть. Ну что, второй заброс. Какая уклеечка. Берет бодро, берет прям на улице. Вот. Вчера я опарыш с собой брать не стал просто. Думал немножко помикрушил на резину. Искусственного я имею в виду. Но как-то вчера вот, ну, говорю, форма опарыша вот здесь. Ну, вообще вот для уклейки, плотвы. Ссылочку я давал, еще скину. Она как бы в приоритете. Ну, а так по рыбалке, я говорю, прям вот не везет мне. Весна вроде. Ну, что-то как-то... Как-то что-то не очень мне с рыбалкой везет. А так, вчера поездили, покатались. Ну, что, на семейном совете было предложено рвануть в Тверь. Тут сколько километров, не помню, но езды здесь до Твери 1.5 часа, короче. Ну, в Твери погуляли, походили, посмотрели. Конечно, красивый еще город. Вот. Окультурили там очень набережную на берегу Волги. В общем, погулять есть чем. Впечатление. Вот он. О, это уже что-то посерьезнее. Ого, плотвище. Притом плотвище такая. Очень даже зачетная. Вот тебе ее. Стой! Вон она, ушла, ушла. 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 Ух. Ну вот вам и опарыш, да, я вчера его не брал. Сегодня, пожалуйста. Так, что я там вам рассказывал? Господи, я ж с такой поклевки аж испугался. Вот. О культуре или на... А, впечатление от Безунска, но, честно скажу, такой... Мы, конечно, весь еще не объездили, не обошли, но вот где побывали, а побывали мы вчера прилично. Да, то есть город такой очень провинциальный, новостроек практически нету, и дома очень старые. Там, я не знаю, какого года они построены, такие двухэтажные в основном, кое-где трехэтажные, но по большей массе двухэтажные. Вот. Очень старые дома. Вот.
с дорогами напряженка. Вот сразу говорю, кто поедет, если. Вот. Есть. 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 Ну, клейка. Ну, красота какая. О! Ой, какая красивая. Ой, какая красивая. Шикарно, шикарно. Я обалдел. О! Да ё... Да! Что у меня сегодня за день-то, блин? Из рук выпадает сегодня вообще. Так, ладно, включусь. Так, посмотрел по... Загуглился. Река называется Остречина. Во. Ну, вот живу я в шаговой доступности от этой реки. Буквально в шаговой. Тут 3-5 минут, и я на реке. Ну, так, чё. Погулять. Есть где. Порыбачить есть где. Так что, в принципе... Поездкой я как бы доволен. А, вчера еще, о, забыл сказать. Вчера попали просто в жуткий ливень. Стеной был просто. Вот уровень воды поднялся, я вчера здесь был. Навряд ли камера передаст, там веточка торчит, береза притопленная. Вот. Вчера веточка торчала. Ну, ливень был, я вставлю кусочек, я на телефон на дочери заснял. Это атас был. Вообще просто стеной мы вынуждены были минут на 15 остановиться, потому что не видно было ничего. Я таких дождей уже как бы давно не наблюдал. Вот. Просто стеной. Притом ливняк такой капитальный. Да что да. Была у меня надежда в диких местах неплохо окуня половить, но, увы, ах, не суждено было сбыться. Ну, что хотел, весна, 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 есть весна, и, вернее, уже сейчас не весна, а лето, но здесь разница приблизительно, наверное, с Подмосковьем в месяц, вот я так понимаю. Вот она, вот она, вот она, вот она. Ну, это чуть поменьше. О. Извините, показывать ее сложно, блин. Ой. Вот такая. О, я сюда. Во-первых, она сопливая, как не знаю, что. А во-вторых... А во-вторых, накрутится, как уши на сковородке. Хотя у себя, да, дома, ну, я не помню точно, но, по-моему, ни одной я уклейки толком не поймал. А если что и поймал, то это единичные случаи. Ну, здесь вот как-то, видите, вот она активна очень. Ну что, мормышка, 0,4 грамма, пневмо шарик, вон она заглот, блин, захавала. О, красота, клюет, и, как говорится, что нам рыбакам еще надо, и слава богу. Больше нам, большего, нам и не надо для счастья. Грамм 10-15 рыбки, мормышка-ненгисту, и вполне... Как-то мне там кто-то писал, вот ты ездишь весной, чё? Типа, ребят, ну, отпуск у меня так выпал, а супруга любит у меня города старые, провинциальные. Ну, совмещая, я уже говорил, приятное с полезным. Почему бы и нет? Блин. За трофеями гоняться тут, блин. Я уже понял, сейчас бесполезно. Поэтому, блин, клюет, слава богу.
Не любит провинции москвичи. Видите, погода даже против меня. Ладно, включи. Красота какая. На небе вон сейчас парит. Опять какие-то облака, тучи пошли. Пипец вообще. Блин. Везет мне как утопленнику с этой, блин, рыбалкой. Это звездец какой-то вообще. Ладно, включи. Так, все, поставил мормышечку 0,3 грамма. Вот вишка мелкая. Погода вообще испортилась в край. Ветрище поднялся. Еще такой дождик, не дождик накрапывает. Я говорю, блин, везет мне с этой погодой, как утопленнику. Он сейчас к мосту подошел. Ай, черт. Ребята, что еще хочу сказать? Обязательно с собой берите ОФ. Либо какое-то другое средство от комара, от комаров, которые по вашим соображениям вам помогают. Вот мне помогает ОФ. Да, он дорогой, но по акции его найти можно. Я вот себе 5 пузырьков на лето взял. Ну, потому что здесь это вообще оттас, конечно, полный. Вот. Что в квартире комаров немедленно. Обшикали вчера занавески, душно, вечером, после дождя. Вроде полегче было спать. Что так, ну это, конечно, я говорю, сушите весла просто. Поставил я фариум мурмыс. Вот. Решил ее погонять. Там уклейка берет, как очумелая. Надоело мне ее там дербанить. Решил здесь маленечко пошалить. Попробую сейчас пойти под мостик спрятаться. Может быть, там что-то где-то как-то проклинится. Ну, погода оттас, я говорю, полная. Что-то как-то прям вообще. Уже какая-то закономерность. Приезжаю, день-два, хорошая погода, потом начинается. Вот фигня всякая. Вон, видно будет, что на небе творится. Опять какие-то дожди, тучи. Ладно, включу. Что, покажу вам, кроме плотвы, которая сбежала, рекорд по клейке. О! Саблю, блин. Ой. Так, ну что, клейка клюет, я просто каждую снимать, это трындец будет. Ну вот она практически одна и берет. Пробовал сплитшот, тишина. Пробовал нано-вертушки, тоже тишина. Вообще вот, глушняк полный, блин. Уровень воды поднялся, ну, по берегу где-то приблизительно сантиметров на 30. Вот, потому что я говорю, я вчера был, вот эта вот травка зелененькая, это был край берега. Сегодня все затоплено вот здесь. И береза вся под водой. Ну, как-то так, ребят. Погодка вот налаживается. Не знаю, что сейчас с клевом будет. Так что, город Беженск встретил меня уклейкой. Ну что, хвала и честь ему. Затем заканчиваю свой видеообзор на сегодня. Не знаю, что... О, о, чек. Сейчас тык-тык-тык-тык-тык-тык. Пошла. Тык-т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 ык. Ага, что-то слямзило, по ходу дела. Так, заканчиваю свой видеообзор. Всем приятного просмотра. Помните, что мормышинг рулит. В любую погоду, если не пришел, сами все увидите. Это звездец был. И ветер, и даже дождичек накрапывал, и тучманы жуткие. Перепад. Можно найти рыбу, которую будет брать. Бывают эксцессы, конечно. Но по большому счету можно. От нуля уйдете всегда. Ладненько, все. Всем пока, всем приятного просмотра. Чао.